Сейчас. Спецвыпуск у нас. Специально для жителей нашего села. Прошла такая информация от известных уже мне источников, что я продаю лошадь. Что я якобы вообще не справляюсь. Жалуюсь, что у меня тут все ужасно. Что она меня уже там довела, что мы с ней там вообще никак не можем сладить. И решили ее продать абы куда, абы кому и тому подобное. Так вот, лошадь свою я не продаю. Ни за 40, ни за 60, ни за 100 тысяч. Вперед, вперед. Вперед, 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 айда. А, как уже там говорено, даже было сумму, оглашали аж 100 тысяч, что лошадь обученная, там туда-сюда. Ну так вот, с лошадью своей расставаться не буду и не хочу. И прекратите, люди добрые, нести всякую чушь. Если кому-то интересна информация про мою лошадь, про меня, справляюсь я или нет, нужно спрашивать у меня, а не распускать какие-то лживые сведения. Также хочу передать привет Иванову, дяде Лёше, который меня уже потерял. Говорит, ты что пропала? Никаких видео с лошади не выпускаешь. Ты что, правда продала лошадь? Нет, я не продала. Мы живые, здоровые, ходим, гуляем по лесу. Пойдем направо. Направо, направо, направо. Направо, направо, пойдем, пойдем, пойдем. Не-не-не, туда не пойдем, сюда пойдем. Айда, вперед. Вот, просто, как сказать, опа, не всем интересно видео про лошадей, и поэтому, как бы, я сильно не выпускаю, так, иногда, для релаксации. Так что, дядя Лёша, привет, мы живые, мы катаемся, гуляем, ходим, все прекрасно. Всем добра, здоровья и хорошего весеннего настроения. Да, красотка?